Ступай к церкви и помоги остановить их, пока они не уничтожили весь город! Согласно приказу центрального командования, необходимо выслать патрули тяжелой пехоты на дорогу, ведущую к церкви. Они смогут поддержать огнем отряды, находящиеся на базе. Кроме этого, мы сможем выяснить, насколько эффективны тяжелые пехотинцы в качестве мобильного средства огневой поддержки. Есть подозрение, что плечевая вентиляционная система работает не так, как планировалось. Но мы уверены, что эта проблема будет решена в ближайшее время. Thank you.
Сзади! Встретимся у ворот! Пошли, Пашкович! Давай к воротам! Пашкович! Встретимся у ворот! Пошли, Пашкович! К воротам! Отлично! Двигаемся к воротам! Лашкович! Встретимся у ворот! Пошли, Лашкович! Давай к воротам! Пошли, скорее! Все в укрытие! Внимание! Противник сосредоточил на церкви интенсивный огонь минометов. Необходимо принять все предосторожности при перемещении по улицам. Необходимо всегда носить каску и, по возможности, держаться возле укрытий. Подкрепление! Нужно действовать быстрее!
Мы прорвались через канализацию в катакомбы под церковью. Мы не знаем, для чего нужна эта машина в церкви, но она точно связана с нацистскими разработками супероружия. Устройство должно быть уничтожено. Тогда, возможно, удастся помешать их исследованиям. Единственный, кто добрался? А где остальные? Это не важно. Нужно пробраться в церковь и уничтожить машину нацистов. Вперед! Пошли! Thank you.
Не с места! Давайте сейчас же! Брось оружие! Что такое? Я помог кружку Крейсау уничтожить экспериментальную установку в старой церкви. Судя по всему, она должна была выкачивать энергию из измерения Черного Солнца. Мне нужно продолжать поиски генерала Цетты. Он ключ ко всему, что происходит в Айзенштадте.